Посмотреть в каждом доме. Все обыскать. Не видели, не видели. Нет, я не видел. Что происходит? Касым, ты почему пришел? Он настоял Шахзаде. Я был вынужден. Правильнее всего вам вместе вернуться во дворец. Ведь вам нельзя выходить из дворца в отсутствие повелителя. Дело совсем плохо, Паша, иначе я бы не выехал, конечно. Касым, ты возвращайся назад. Хочешь, сам возвращайся, Байзет? Ведь это моя валиде. Пока есть я, тебе тут нечего делать. Еще не нашли султаншу. Но вы не тревожьтесь. Скоро найдем, конечно. Найдем. Дай Аллах, Эвли. Пожар! Пожар! Горит! Воды! 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 Осторожно! Осторожно, быстрее воды! Горит! Торопитесь, торопитесь! Воды! Пожар! Пожар! Повелитель! Горит, быстрее, тушите! Повелитель. Вот предатель, что ранил Кюсам Султан. Мы его поймали, когда он пытался спрятаться. Говори. Где наш Кюсам Султан? Говори. Не знаю. Клянусь, что не знаю. Я прятался и видел только, что Кюсам Султан забрал какой-то мужчина. Вот и все. В какую сторону пошел? Вон туда. Вниз по улице. Посмотреть под каждым камнем. Заглянуть в каждый дом. Повелитель! Повелитель, они здесь! Они здесь! Валиде? Валиде? Нет. Нет, Валиде. Валиде. Открой глаза, Валиде. Открой глаза, Валиде. Открой глаза, Валиде. Валиде. Валиде, открой глаза. Открой глаза, Валиде.
Она жива. Жива. Валида жива. Где лекари? Валиде! Валиде! Как она? Она без сознания. Рана очень глубокая. Где лекари? Немедленно их сюда! Принцесса, вы проходите, я скоро приду. Девушки, радостная весть. Валиде Султан вернулась во дворец. Слава Аллаху. Только у нее глубокая рана. Молитесь за нее. Дализар Калфа, опять эта хатун вернулась. Разве ее не казнили? Не знаю. Она, по-твоему, похожа на мертвую? Ой, Аллах, дай мне терпение. Как она? Поправится? Ее ранили кинжалом, только рану перевязали. Немедленно окажите ей помощь. Брат. Мы будем молиться. Все вместе будем молиться. Моя Валиде сильная. Через сколько бурь она прошла. С позволения Аллаха, она и через это несчастье пройдет. Пройдет. О, моя Валиде. Светящая и блистающая за занавесом. Твой свет и тепло стали для нас вечным летом. В сердцах наших тепло, совсем как летом. Приди, забери нас. Отведи нас в цветочный сад. Приди. Приди, чтобы с твоим появлением все снова зацвело. Чтобы могилы все покрылись тюльпанами. Чтобы поспели все плоды и были сладкими. Чтобы хлеб наш испекся. О, солнце моего тела! О, солнце души моей! О, красавица, смущающая своим блеском солнце и луну! Приди! Приди и посмотри, как мы несчастны без тебя! Душа еще держится за тело, не хочет отпускать! Я вырос в твоих бурях! Я был чинаром! Пустил корни в землю! Не бросай меня, Валиде. Не сейчас. Еще не время. Не отпускай меня. Я тебя не отпущу. Ты моя земля. Ты мой свет. Я никуда не уйду. Как видите, мы в порядке, Валиде. Молимся за ваше здоровье. Как Кеманкеш? В лечебнице. Он пришел в себя. Да будет им доволен Аллах. Он до последнего защищал вас. Мы также задержали мальчика, что вас ранил. Скоро он понесет свое наказание. Нет, это недопустимо. Его участь... Его участь я сама определю. Вас проводят в ваши покои, Валиде. Там вам будет удобнее. И я одно время буду рядом с вами. Хорошо. В гареме все в порядке? В порядке, слава Богу. Только вернулась наша гостья из башни. Айше.
Что за гости из башни? Ведьма по имени Фарья. Не знаю, как ей это удалось, но ее простили. Снова заселилась в отдельную башню. Не думайте об этом, Валиде. Хорошо. Валиде, как вы? Хорошо, не умерла. Но черные тучи все еще висят над нами. Да убережет Аллах от худшего. Будьте сильны, Валиде. Я развею эти тучи. Дай Аллах, сынок. Пусть все плохое останется в прошлом, султанша. И для тебя тоже, Кеманкеш. Кеманкеш. Потерпите, султанша. Я спасу вас, султанша. Потерпите, султанша. Все кончено. Потерпите, султанша. Потерпите. Отвези меня в мой дворец. Я хочу умереть там. Нет, султанша. Я не позволю вам погибнуть. Султанша. Султанша. Да убережет вас Всевышний от бед. Я тебе жизнью обязана. Если я жива, то благодаря тебе. Ну что вы, султанша? Это моя обязанность.
Пусть все плохое останется в прошлом, Кеманкеш Ага. Пусть не повторится такое вновь. Спасибо, Лализар Калфа. К империи. Слышите? Всей Османской империи. В гареме все так переживали. Аллах сохранил вам жизнь ради ваших детей. Такова наша судьба. Баязет, мой смелый Шехзаде, ты показал себя во всей красе, преследуя врагов. Вы столько лет берегли нас, султанша. Я никогда не расплачусь с вами за этот труд. Только вам не следовало без ведома повелителя выходить. Что бы там ни было, выходить нельзя. Запрещено. И Касыму тоже. У них молодая кровь кипит. Надо быть внимательней. И вам тоже. Как известно, сколько у вас сторонников, столько у вас и врагов. Много. Только я их каждого вижу и знаю, слава Аллаху. Пусть убережет Аллах от скрытых врагов. Аминь. Аминь. Вы справились с большим несчастьем. Мы столько лет дружим, но ты так и не поняла? Разве была у нас хоть минутка спокойная? Валиде? Повелитель. С вашего позволения. Хаджи Ага сказал, что вы хотели меня видеть. Надеюсь, вы в порядке. Что это за история с Фарьей, сынок? Она снова вернулась сюда? Вы не думайте об этом в час болезни. Не утруждайте себя. Отныне Фария для меня не имеет никакой ценности. Как только мы решим вопрос с Иштваном, она уйдет из моей жизни. Хорошо, раз ты так говоришь. Именно так. А Гюльбахар когда уйдет? Я не сомневаюсь, что она причастна к тому, что со мной случилось. Мурат, я тебе и раньше говорила. Гюльбахар даже по снегу ходит, не оставляя следов. Она приехала, и на меня сразу покушались. Да кого-то там нашли и привели. Так его и убили до того, как он заговорит. Еще и руками служанки с гарема. Думаешь, все это случайность? Валиде Султан, ваши раны благодаря лекарствам уже давно должны были зажить. Да? Что стоит делать? Обследуем, султанша. Обязательно найдем решение. Войди. Султанша? Султанша? Дело важное. Что случилось? Будь же осторожна, Хатун. Что у тебя на уме? Хорошо, хорошо, оставь все. Выйди прочь. Повелитель выдал новое решение. Иезуитские монахи будут высланы. Султанша, было бы славно, если бы все на этом закончилось. У врат собраны все, кто имеет связь с орденом. Они будут сосланы. Среди них есть торговцы, с которыми ведем дело и мы. Упаси Аллах, торговая жизнь может разрушиться.